Министерство обороны Российской Федерации поможет в увеличении пропускной способности паромной переправы с полуостровом Крым. Такое решение принял глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Заниматься организацией дополнительной паромной переправы между портами Кавказ и Крым будут инженерные войска. Паромная переправа позволит существенно увеличить транспортное и грузовое сообщение с полуостровом в курортный сезон. Всего будет функционировать 4 парома из комплекта специального понтонного парка, которые обеспечат переправу в более чем 700 тонн груза за один рейс.